Итак, сегодня у нас 5 сентября. Я вышел за покупками. Купил водяной уровень. Какая была цена, такая и осталась. Стабильность самое главное. Прошлый уровень я куда-то потерял. Вернее, потерял одни шланги. Купил его за 33 гривны, потом покажу. А пошел в магазин стройматериалов и увидел, что цена пенопласта для утепления окошка 33 гривны. Иду, в следующий раз куплю. А сейчас мы напротив цветов, которые очень и очень меня впечатлили. Вот такие цветы. Не помню, кто говорил, он говорил, что посижу пешком. Присел на лавочку, прежде чем попасть в парк. Покажу сейчас вам уровень, который я приобрел. Я говорю, строить дом без уровня – это нонсенс, я бы так сказал, употребил это слово. Был у меня этот уровень принесен на объект, но потерялся шланг. Какой его можно потерять, это надо умудриться. Ну, что я хочу сказать, как я уже повторял, цена осталась прежняя – 33 гривны. Можно сказать, бесплатно, подарок. С утра было достаточно холодно, поэтому не снял эту курточку, которую мне подарили. Придется снять. Но я вытерплю. Я не такое вытерпел. Парк костей не ломит. Идем в парк, будем снимать облака. Сел на лавочку. После того, как произошел взрыв, не знаю, кто стрелял, но точно, что не я. Я остановился, почему? Потому что в этом доме живет мужчина, который в 1968 году спасал, можно сказать, выручал меня тогда, когда меня били. До сих пор могу ярко представить себе, как он бежит и спасает меня. Но к тому времени я уже сдался. Но запомнил эпизод до конца. Сейчас у него немножко похрамывает сердце. У всех хромает оно. У него такое приспособление очень удивительное. Для того, чтобы облегчать работу с грузом. Все, мечтаю его сфотографировать. Все, посидел. Вставай. Пирожка нету. Обидно. Любуйтесь собой. Любуйтесь собой больше. Купил, можно сказать, про уровень. Опять же, про него любимого, родимого. Последний. Больше его у них в продаже нет. Пускай обращаются ко мне. Вот это палат Бельбюлягли. Ему, наверное, тоже 20 лет, не больше. Да, конечно. Такая гитара, наверное, ретро. Так, спасибо большое. Два раза в день поесть надо. Третий раз тоже не забыть. Короче, не знаю, что сказать. Скажу одно. Я все-таки добрался до парка нашего. Облака ходят, облака мы не снимем. Встретил товарища, который знает много. Сказал, что в Запорожье будет одна поликлиника с одним директором. Ну, я не знаю. Но все остальное остается. Чтобы вас не сократили, чтобы вы остались на рабочих местах, и у вас был доход не только на неделю, но и год вперед. Несмотря ни на что, добавлю еще такую фразу. Я всегда буду помнить ряженку с корочкой на Большом базаре и кусочек тортика, который продавался с правой стороны, который заменить, и, ну, это можно сказать, вкус детства. Ребята, помните об этом. Ну, я хотел показать вам облака, я вам их показываю. Вот такая красота на небе. Что она нам принесет? Говорят, идет антициклон, циклон с Антарктиды или с Арктики. Во. Ну, влетите, голубя, сюда. Это похоже на майского жука. Полетели, полетели, полетели. Как он говорил, только прилетели, сразу сели. Я думал, что я выйду к яблонькам. К сожалению, нет. Ориентация не самая лучшая. Но мы дойдем до яблок. Красные яблоки райские уже имеются.